Ой, какая песня! Это для вас, мои хорошие! Доброе утро! Как мне нравится погнать. Гляньте, какая красотища, ребятки. Ну это ж, гляньте, прям глаз радуется с утра пораньше. Чудесный день, солнышко. Сегодня вот жара, шо аж зажаримся. Но тем не менее, лето. Уй, красотень. Чему я так обожаю пятницу, ребятки? Я поздравляю вас с пятницей. Ребятки, с утра уже жара кошмарная. Я вот это, наверное, как этот голубь. Сейчас вот это села в эту лужу и сидела так, любовалась, знаете. Бедные животные, бедные птички. От такой жары кто выдержит ее? Ого, полетела корова. Пошлите к морю. Сегодня хоть немножко, это правда, ветерок. Специально для вас. Пошлите, пошлите к морю. Как вам нравится море, правда? Ну давайте, девочки, мальчики. Какие вы у меня умнички, мои хорошие. Боже, читаю комментарии. Вообще молодцы, что такие активные. Очень рада, что мои советы, как говорится, тоже помогают вам. Вообще читаю и балдеваю. И, кстати, девочки, завтра обязательно выставлю вам новый фильм из рубрики «Шуры-муры». Думала сегодня поставить, а он уже запрограммирован. Думаю, не-не-не, я воспользуюсь сегодня возле моря, обязательно вам покажу, чтобы дать этот прилив энергии, хорошего настроения. Потому что на жизнь надо немножко смотреть проще. Хотя, честно говоря, у меня сегодня для начала видео не очень такие новости. Как всегда, ипотечки. Новости о ипотечках наших. Так как грозились недавно вот поднять интерес, думаю, ну пойду же посмотрю, правда это или нет. Захожу на мое приложение насчет моей ипотеки, и, ребята, прозреваю. Сказали, что евроибор, а он поднялся всего лишь на 4. Гляньте, кстати, да? Вот специально сфотографировала для вас. Вот буквально, вот я не знаю, девочки, мальчики, сколько я месяцев назад говорила, когда это было, в начале феврале. Сняли ипотечку, да, у меня было 266,45. Вот и не прошло 2 года, да-да-да, даже, не знаю, 6 месяцев не прошло, а опять подъемчик. А, кстати, сказали, что сейчас интерес идет на 4,25. Засекайте. Да-да-да, мне кажется, вы знаете, вот этой стране нас держат за идиотов. Особенно Санчес сказал, что будет помогать всем вот этим людям давать примерно такие маленькие передышечки для людей, которые не могут платить ипотечку. Даже до 7 лет, прикиньте. Ребят, ну вообще-то, кто подписал, ума хватило подписать ипотеку, честно говоря, наверняка тоже знают. И когда вам дают этот отдых, это все не бесплатно. И даже вот эти 300 евро, которых он обещает дать помощь, как бы, вы тоже потом по-своему будете декларации его возвращать. Передышечку 7-летнюю, пишется, вы сможете сэкономить на нем даже 300 евро в месяц. Ага, сейчас. А долги-то все равно отдавать со временем надо. Ребят, вот честно говоря, ржу, что просто, понимаете, ну нет сил смотреть на это все. Пару месяцев, гляньте, почти соточку подняли. Подождите, говорят, что интерес именно сам поднимется еще до декабря. Я уже посмотрела на своем приложении, мне говорят, что перерасчет будет следующий в декабре, так что приготовьтесь. Вообще, недавно разговаривала с одной знакомой, ну, подругой, можно сказать, и она говорит, вы знаете, у нее недвижимость своя не одна, и она говорит, ты знаешь, я буду сейчас продавать, как говорится, все, что смогу, потому что уже возраст, как говорится, можно жить спокойно там на пенсию, которая заработала, и вообще недвижимость сейчас, говорит, невыгодна. Говорит, то, что мы платим, шкурка вычинки не стоит, и говорит мне тоже, потому что я вообще-то не в курсе была, что искали одному парню тоже именно комнату. И у нас именно в Альмерии, я, в принципе, давно не интересовалась, комната сейчас стоит уже почти по 350 евро. И говорит, комнатка, вот кроватка, шифонерчик и усё. Уже, а совсем недавно, вот я, ну, в принципе, не недавно, но пару лет назад я слышала, что для учеников сдавали там 250, где-то так, прикиньте. Квартирки такие я вообще могу представить. Ну, откуда им, конечно, не подниматься? Нормально. Если хозяева платят такие деньжища, то это логично будет. И люди что будут делать? Вот именно, я тоже об этом подумывала. У кого есть сбережения на данный момент, будут просто-напросто продавать. Потому что вот налоги, которые мы платим помесячно, и вообще все остальное, если сделать, посчитать, то оно невыгодно.
Конечно, у кого есть миллиончики, как всегда я говорю, правда, ну, мало ли чего, у кого есть много недвижимости. А если иметь одну, и именно если она еще тоже стоит, то тоже вы будете платить за устой, как говорится, государству. Я бы, честно говоря, тоже, если была какая-то копеечка, кстати, расскажу такой тоже секретик. У нас сейчас в моей ипотеке, я от Сантандера, у меня финансиера. Дают такую возможность, что можете платить, помимо, допустим, ликвидацию делать, частичную вашего кредита, два раза в год без интереса. Вот давайте представим, что вот 3000 евро у вас лежит, и вы вот можете их просто-напросто без всякого интереса до 3000. Взять так и скинуть немножко ипотечки. И потом они тоже предлагают, как вы хотите убрать, допустим, годами, или хотите убрать деньгами, ну, чтобы вам легче стало. Ну и, короче, многие на данный момент советуют, чтобы убирать именно квоты. Квоты – это чтобы означает, вы платите месяца, там, года, сколько вам там осталось. Что так намного выгоднее убирать, потому что если ипотека вариабли, не фиха, плавающая и постоянная, у меня, допустим, плавающая, то, конечно, знаете, именно квоты, ну, конечно, потому и процентов будет меньше. Вы знаете, я вам могу сказать такую вещь, что именно к концу года, мне кажется, когда начнет поднимать весь этот интерес, и люди выйдут на улицу. Будет протестовать, потому что, представьте сами, да, вот во Франции тоже бастуют, и наши тоже будут учиться, все-таки страна, говорится, соседка. Ну, как говорится, у кого маленькие ипотечки, то не особо мы захлебнемся, как говорится, все равно выживем. Но вот именно у кого большие ипотеки, уже больше там 150-300 тысяч евро, то тем, конечно, дают вдвойне. Вот мне подняли ипотеку с момента, когда я ее подписала в 2012, уже вдвойне идет почти. Я могу представить, сколько у меня будет к концу года. Но, в принципе, ребят, все равно выживем, все равно прорвемся. Потому что жить на квартире, это тоже сейчас по карману такому бьет сильному. Кто у меня там спрашивал по поводу именно, сколько стоят у нас квартиры. Ну, я вам скажу, такая более или менее в Альмерии сейчас стоит 700 евро. И у нас небольшой городочек. Жилье найти это очень-очень сложно. Ой, девочки, тоже посмеялась с вашими комментариями, хотела добавить. Ох, понравился вам мой фильм с моими историями жизненными. И советов у нас много, но многие, вот именно самое интересное, заходят, да? Зашел там, вот именно где-то у меня с большим, поняли, да? Хвостом, вот нравятся хвосты-то. Кликают, заходят, да? А потом говорят, ой, хрень какая, как вам не стыдно, божечки. Как же такое можно выставлять, люди? Ну разве можно вот такое показывать? Это надо подруженьке только своей рассказывать. Вот честно, я уже обсмеялась с вас. Девчоночки, а хренчики вам нравятся? А чё ж вы туда заходите, дорогие мои? Ну зашла, посмотрела и иди дальше. Нет, нужно ляпнуть что-нибудь. Ну ладно, девчоночки, вы наслаждайтесь. Я говорю вам спасибо большое за ваши просмотры. Ой, так прикольно. Просмотры и хейтеры, это тоже хорошо. Так что я вам тоже говорю огромное спасибо. Так, погнали, короче, в магазинчик. Начинается лето, девочки. Пошлите посмотрим купальнички. Мы сейчас в магазине Али Хоп. Пошлите коровку Му посмотрим. Али Хоп. Погнали, я за наушниками, как всегда. Нюшечек, куча. Так, погнали, посмотрим купальники. Шляпки наши, гляньте, это мужские. И какая вам нравится шляпа? Смотрите, какие модели. Супер. Мне интересно, пойдет. А ну-ка напишите мне. Вот честно говоря. Потому что та, которая у меня есть, не очень мне нравится. А ну-ка, посоветуйте. Окей, мода 2023. Хо-хо, и погнали. Так, ну шли потухи эти. Смотрите, вот. По 10 евро. Какие-то они мощные такие, да, правда? У нас, кстати, в моде очень сильно сейчас вот такие, такого стиля носят, вы знаете, по 15 евро. А вот и наши купальнички. Девчонки, девчонки, смотрим, вверх только 12 евро. Трусики 10, ну там зависит от модельки. Я вот, честно говоря, насмотрела себе вот этот зелененький, сейчас я вам поближе его покажу. И вот этот мне нравится. Вот смотрите, вот такой классный цвет, правда? Но здесь просто нет чашечки. Вот, видите? Вот такой вот. А мне нравится, чтобы были чашки. Они тем более еще двигаются, но очень нравится цвет, правда? 12 евро. Гляньте, как у меня прямо. А нет, здесь нет такого железячки такой. Мне вот в таком стиле нравится, чтобы грудь красиво держали. Вот это с поролонами. Ну ничего, тогда расцветки цветные.
трусики тоже. Мальчики, придумали уже, какие хотите, девчонки. 12 евро. Сейчас еще покажу сумочки. Смотрите, конечно, это М-ка, но вот такой вот стиль мне понравился. Но единственное, что здесь, смотрите, видите, оно через шею. А мне так болит шея из-за этого, не очень мне нравится. Черные, смотрите, вот беленькие. Thank you.
Девчонки, кто там у меня спрашивал насчет завтраков испанских? Вот видите, хлебушек жареный, внизу помидорчик тертый и сверху тунец. Вот, видели? Сейчас мы его кофеечек оливковым маслом обязательно нужно полить. Я всегда солю, перчу. Вот здесь все абсолютно рядышком. Я всегда воду пью. В Испании всегда вам ставят стаканчик водичка, если попросите. И все мне стоило 2,60. Так что вот так вот. Сейчас будем топтать и продолжать. Теперь немножко смешной найти новости. Ну как смешной, смешного мало. Вы знаете, что такое симпа? Симпа — это когда люди приходят в рестораны, в бары и резко смываются. Вот просто встают из-за стола и уходят. Да, я уже своим ребяткам рассказывала. Это, конечно, не очень красивая черта, но многие так делают. Особенно с приезжих, да и местные тоже. Что придумали сейчас в некоторых барах, именно чтобы избежать вот такое симпа, что люди убегают и не платят. Что будут делать, когда вы приходите в какой-нибудь ресторан или видят, что вы какие-то странненькие или мало ли чего, у вас просто при входе будут забирать один туфель или сандалий. И это правда. Бедные люди, которые работают в барах, уже устали, как говорится, поочередных вот таких вот нашествий людей, которые просто бесстыжо убегают. Если вам предложат снять какой-нибудь туфель или вашу босоножечку, не удивляйтесь, дорогие мои. Это уже будет скоро очень популярным в Испании. А я, честно, так сама себе думаю, а представьте, да, а если я в шлепках пришла, а шлепкам всего лишь там 5 евро. Ну, ребят, это уже фантазии, но я просто хотела немножко вас развеселить. Так что я вам желаю отличного дня и отличных выходных. И до завтра!